Все. Короче, ребят, готовы? Погнали. Ребята, сегодня М5 заберет. Я вам даю слово. Вот это, видите? Вот это. Это добавляет плюс 500 лошадок. Подожди 2 секунды. Да. Покажи, если все нормально, ты мне просигналь, хорошо? Сигнал тоже нет. Нет, да? Я тебе поморгаю, если да, все давай. Нормально. Если все нормально, поморгай. Давай. Когда будешь готов, моргнешь, хорошо? Да. Я готов, он готов? Я готов. Чуть-чуть со стартом опоздал. На пол корпуса машина его уехала. Но это реально, вот просто пересмотрите. Клянусь, я просто растерялся чуть-чуть. В моменте. Видите, не проиграл. Хоть 1-0. Это какую-то уверенность дает. Опять он раньше стартанул. Опять он раньше стартанул. Яу! Догоняет! Яу! Банан! Банан уезжает сегодня домой. Там банан уезжает сегодня аккуратненько домой. Ахмед, сегодня банан уезжает домой. Ты раньше стартанул. Ну, видно же, посмотрите на камеру, он раньше уехал. Мне надо было сюда байкать. Чтобы знаете, 100%.
сейчас. Давай! Уехал. Уверен. Поехали, я тебе говорю, они как, они просто, это был самый четкий старт, отвечаю, они прямо максимально ровные, это был ровный старт, очень. МК стартанул, потом, по-моему, нет, догнал. Я считаю, нет, ЦЛС, брат, чуть вырвался вперед, но потом МК, брат, МК это МК, М5 это М5. Нагрелась, да, уже машина. Он сейчас вообще не поехал. Эта гонка была не особо интересной, что-то я его легко сделал.